5 утра нетрезвая молодая пара весело выбрасывала вещи с общего балкона жилого комплекса на Заводской улице. Свой скарб на нем хранили жители. Вниз летела одежда и мебель. Очевидцы утверждают, что шоу устроили специально для съемки ролика. Также собственники квартир рассказали, что ранее пара уже разбивала окна и выламывала двери в парадные. Соседи планируют писать коллективное заявление в полицию.